ранняя в любовной болезни. Я думаю, ты влюбилась. Нет, не то чтобы... Вообще, я собирался зайти в кулинарный клуб. Итак, у тебя уже есть новая соперница. Это было быстро. Что вообще такого особенного в этом мальчике? Следи за своими словами. Успокойся. Я не имела в виду ничего плохого. Ты сегодня встала не с той ноги? Или эта соперница так сильно достала тебя? Мне удалось вчера найти фотографию нового члена кулинарного клуба. Удивлена, что тебя тогда не было рядом. Они выглядят так мило вместе. Ладно, вчера мы преуспели. Ну, это было весело. О, можешь ли ты быть еще больше влюблена? Может быть, тебе стоит сделать бенто для Тара? Это плохая идея. Это может напомнить ему об Асане. Но я думаю, что кулинарный клуб доказал ему, что я отлично готовлю. Итак, может быть, в один день... Ты докажешь ему, что ты лучшая девушка, да? А, я не имела в виду этого. Не беспокойся, никто не одолеет тебя в готовке. Итак, что ты планируешь сделать в следующий раз? Шоколадный торт. Мило и просто. Мне нравится это. Говоря об этой девочке вчера. Аяна, удивлена, почему она сбежала вчера? У меня нет идей. Я беспокоилась о ней. Но она была подругой Асаны, которая являлась другом Тара. Так, может быть, что-то произошло между ними? Ссора? О, я надеюсь, что нет. Было бы мило, если бы она пришла в класс сегодня позже. Подождем и посмотрим. Эй, привет! Вау, ты напугала меня. Прости за это. Чего ты хочешь? Я просто хотела спросить кое-что. Это всего лишь мои догадки, но... Не нравится ли тебе случайно моя Адаяка? Как ты узнала? Она же не знает, не так ли? Подожди, я ей нравлюсь? Я не могу в это поверить. Успокойся. Это всего лишь мое предположение. Она не знает. И, к счастью, ты нравишься. Сейчас в любом случае. Что ты имеешь в виду? Ладно, Майя, она не придет. Мы только что начали. Да, ты права. Что-то не так, Амай? О, нет, ничего, давайте начнем. Братик, ужин готов. Иду. Да, я в порядке, но у меня заканчиваются кредитные деньги. Готов поспорить, что ты ешь только еду на вынос. Может быть.
Я перечислю тебе денег с моей карточки, но это все. Если тебе надо больше денег, то тебе следует найти работу. Работу? Я не могу, я очень занята. Занята? И чем же ты занята? Домашнее задание. Да, ты права. Работа, которую ты будешь делать, не должна отвлекать тебя от того, что должна делать. Ладно, я обращу на это внимание. Но, мам, где ты? Ты и папа оставили меня здесь одну. Я прошу прощения, моя дорогая, но это нельзя игнорировать. Кое-кто очень проблематично вернулся в город, и мне пришлось уехать. Кое-кто? Кто? Кое-кто из корпорации Сайкл? Кого ты упомянула? Не вмешивайся в это, Аяна. Это длинная история. Тебе нужно рассказать мне об этом когда-нибудь. Если тебе повезет, то я расскажу. Это довольно интересная история. Перевели и озвучили Зерзипокс и его команда. Канал авторов данной анимации в описании. Не забудьте их поддержать. А я вам с грустью сообщаю, к сожалению, сериал «Любовная болезнь» закрыт. И продолжения больше нет. Остался только новогодний эпизод, который мы озвучим, естественно, под Новый год. А так все. Но не спешите грустить. Есть еще один сериал по Яндеро-симулятору, который мы вскоре начнем озвучивать. И надеюсь, что будет круто, да? Если вам нравится наша озвучка, то обязательно пишите об этом, оценивайте другие проекты. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. И дальше будет еще интереснее.